Всем привет! Сегодня мы вам покажем новый кофр на Can-Am Maverick XRS. Наш кофр устанавливается на 4 быстросъемных крепления через отверстия, которые проделаны уже с завода. Заводим крепление и закручиваем. Выглядит это вот таким образом. Просто ставим кофр на свое место. И затягиваем барашки внутри. После этого кофр установлен. Силуэт нашей канистры кофра удачно продолжает дизайн самого багги. Наш кофр максимально использует объем задней площадки багги. И поэтому имеет две раздельные крышки. Они укомплектованы уплотнительной резинкой для герметизации внутреннего пространства и металлическим замком с ключом. На правую крышку нашего кофра мы можем установить 15-литровую канистру, спроектированную специально для него. С нашим кофром внешний вид вашего багги будет более законченным. Спасибо, что выбираете нас.